В современной переносной аудиосистеме не нужен ни привод для компакт-дисков, ни слот для аудиокассеты. Вся музыка находится либо на смартфонах, либо на компьютерах, на коммуникаторах и тому подобных гаджетах. Соответственно, чтобы проиграть с них контент, необходима только непосредственно акустика и вход либо проводной, либо беспроводной системы Bluetooth. Серия продуктов Sony с индексом SRS-BT рассчитана именно на такое соединение. Младшая модель V5 наиболее компактна, оснащена одним широкополосным динамиком, смотрящим вверх. Иллюзию объемного звука создает DSP-процессор. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономность и питается от обычного сетевого адаптера с интерфейсом microUSB. Следующая модель с индексом M8 уже представляет из себя полноценную стереосистему с четырьмя динамиками, двумя высокочастотными и двумя среднечастотными. Она оснащена слотом для батареек. Следующие две модели серии X имеют современный дизайн, оснащены мощными аккумуляторами, что позволяет им служить источником питания для гаджетов. Этот дополнительный банк энергии может оказаться полезным. Модель с индексом 500 из всех представленных наиболее совершенно с акустической точки зрения оснащена наиболее мощным усилителем и хорошими динамиками. Все модели оснащены интерфейсом hands-free, так что при звонке на смартфон не обязательно отсоединять его от аудиосистемы, можно просто использовать ее в роли громкой связи. Но главной особенностью всех представленных моделей является поддержка технологии NFC. Она позволяет не заниматься настройкой Bluetooth-соединения через обычный интерфейс, а просто прикоснуться двумя девайсами друг к другу, и таким образом они свяжутся автоматически и передадут друг другу все необходимые настройки. Это сильно упрощает процесс подключения, делает использование этих аудиосистем приятным и беспроблемным.